Свекла по-английски бит. Говядина биф. Будет бифенбитбургер. Да, погнали. Это хорошо тем, что всего три компонента входит в состав. Свеколка-матушка, чесночок и говяжий фарш. Все, погнали. Сейчас будет очень просто, быстро. Оказывается, говяжий фарш совместно со свеклой перемешивается просто офигенски. Ну вы посмотрите, какие они красавчики. О-хо-хо-хо. Лепятся просто идеально. Полный язычный шишинбай. У-ху-ху. Теперь жарим и все. Что тут делать-то дальше? Махмуд, поджигай! Посмотрите, какие они красавцы. Просто чемпионы. А? Красотень, правда? А, супер. Этап подготовительный, он завершен. Мы, как говорится, первичную термическую обработку сделали. Приступаем дальше. Сковородку помыли, делаем подложку из картофеля. Это меня Игорь научил. Так что, используя лайфхак моего коллеги, сверху выкладываем нашу полуфабрикатную историю. Теперь все, что осталось сделать, залить кипяточком и довести до готовности. Красотень! По-моему, да. Вода есть. Теперь ставим жарку. Таймер. Готово. Ну и все. Как котлеты будут готовы, клип смонтирую, покажу. Тут у меня это. Котлеты новым способом. Как жаль, что запахи и ароматы не передают. Просто офигенски. Ёлки-палки. Ах, супер. Ну вот и медленно тушим. Час 13 мне остается. Все, докипело, догорело, готово. Ух. Готов? У-ху-ху. Давайте посмотрим. О, вот это да. Не офигенно вкусный. Просто шедевр котлетостроения. Обалдеть, очень вкусные. Mm.